солнышко еще высоко в небе. У нас сейчас 3 часа вечера. О, 3 часа дня. Солнце сейчас заходит где-то в 5:30. Так что у нас еще много времени походить. Я продолжаю свою прогулку. Я ей наслаждаюсь. В Панаме-Сити летом очень-очень много людей. Поэтому, когда здесь не сезон, зимнее время, весеннее время, примерно до середины марта, это время, когда местные люди могут насладиться всей этой красотой. Без толп. Вот мы же прошли этот супер дом. На нем 3 уровня таких. Интересно было бы рум-тур пройти в таком доме. В Америке пляжи не огораживаются, даже если у тебя дом вот так вот на пляже, то пляж не считается твоей территорией. Это так вот оговорено в законе. Но пройти можно, но, допустим, если большая гостиница такая, и ты приходишь, захочешь посидеть на их стульях, загорать, тебя попросят оттуда уйти. Вежливо, но попросят. Смотрите, сколько много ракушечек. Сейчас посмотрим, может, найдем кошачью лапку. Здесь есть такие ракушечки. Они очень похожи на кошачью лапку. Но не вижу я кошачьих лапок. Смотрите, какие нежные-нежные такие ракушечки. Кошачью лапку я не вижу. Вот это вот часть такого морского обитателя, которая называется сэнд-дола, песочный доллар. Она круглая и живет в песке. Звезды, такое же чудо природы. Но кошачью лапку я не нашла. Вот смотрите, какая ракушечка, какая нежная. Вымываются всякие ракушечки здесь интересные. Кто наверх забирался, потом вниз прыгал. Я тоже с ним вместе прыгала. Огромное удовольствие доставляет так прыгать. Вот тут всякие ракушечки. Наверняка кошачьи лапки тоже есть. Вот еще интересные ракушечки. Видимо, прошел шторм не так давно, и еще не успели разровнять песочек.
решила посидеть. У меня вот такая сидушка. Она вместе с моим рюкзаком прям продавалась. Это у меня швейцарский рюкзачок. И вот он прям продавался с такой сидушкой. Села я, попыталась сесть на эту дюну и провалилась. Мой рюкзачок вот такой вот он. Я его очень люблю. Он водонепроницаемый сейчас. Вот такой рюкзачок у меня. И в Америке его любят. Вот он называется Кенкен. Фалраван Кенкел. Кенкен. Очень здорово, что люди гуляют здесь со своими собачками. Здесь по всему пляжу есть мусорки, чтобы можно было бы позаботиться о своих собачках и не оставлять подарки на пляже. Одна птичка побежала. Маленькая-маленькая такая. Вертолеты есть, а птичек нет. Птичка так подходит под цвет песка, что ее не видно. Я, по-моему, ее потеряла. На мой любимый океан, на солнышко, а я уже буду идти обратно в город.
чудесная прогулка получилась. Вон, смотрите, подводное плавание. Вот подводники в костюмах плавают, но без оборудования. Может, просто люди в костюмах купаются. Там. Рай для собачек и их владельцев. Здесь можно поиграть. Никто тебе ничего не скажет, потому что это специально отведенный пляж для собачек. Все ухаживают за пляжем. Здесь можно даже пакетики есть бесплатные, где можно взять для собачьих подарочков. И вон специальная мусорка для них. Вот видите, тут пакетики можно брать бесплатно. Вот смотрите, здесь есть флаг фиолетовый, это когда опасная морская какая-то жизнь, опасные морские организмы. Когда двойной красный флаг, то пляж закрыт. Но на пляже можно сидеть, но в воду сходить нельзя. Все, я возвращаюсь к обычной жизни. Очень здесь здорово. Особенно, когда немного людей. Очень-очень здесь здорово. Вот видите, написано Dog Beach, то есть пляж для собачек. Я буду прощаться с моим любимым океаном, но ненадолго. Я всегда возвращаюсь. Запахи такие здесь всякие разные, очень-очень вкусные. Аж захотелось чего-то перекусить. Но я жду, когда смогу заказать свою любимую индийскую пищу. Но это будет уже на выезде отсюда. А пока еще несколько мест мне нужно посетить. Здесь живая музыка в этом ресторане. Ресторан называется Маргарита Вилл. Здесь известный певец построил сеть ресторанов. Как же его зовут? У него есть своя сеть ресторанов, они называются Маргарита Вилл. Узнаете в моем видео раньше из Панамы Сити? Вот тут все было в рождественских декорациях. Декорации сняли. Ну вот розочки еще есть. Пальмочки. Они лучшая декорация.
Сегодня воскресенье, но людей мало, что очень приятно. Очень-очень приятно. Но они, наверное, появятся чуть позже. Хотя в это время приезжают в основном много пенсионеров и детей дошкольного возраста. То есть пары или без детей, или с маленькими детьми. Килвинс. Тут хорошее мороженое, вкусное. Когда заходишь в Килвинс магазин, запахи такие вкусные, что просто невозможно что-то не купить. Дорогие друзья, вот я тут подхожу уже к своей машине. Смотрите, какие домики разных цветов. Какая прелесть. Если еще будет что-то показать, я обязательно покажу. А если нет, то с вами попрощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, самого светлого, здоровья, радости, красоты, любви. И желаю, чтобы в жизни у вас было очень много приятных путешествий. Присоединяйтесь ко мне. И давайте вместе путешествовать. Всего вам доброго и до новых встреч. Друзья, не собиралась возвращаться, но потом увидела, какой прекрасный закат. Вот там, на море, на океане. И просто не могла пройти мимо такой возможности. Цвета просто необыкновенные. Сейчас посмотрим. Я даже не стала перебываться, чтобы успеть полюбоваться на такое чудо. Ну, по-моему, я пропустила его уже почти что. Уже почти зашло. Какие же были красивые цвета. Далеко заходить не буду, просто хотела вам показать эту красоту. Какие необыкновенные цвета, как будто бы кто-то взял и разрисовал. Небо. Жаль, что я немножко не успела, когда солнце еще было. Вот так, наверное, я закончу сегодняшний день, дорогие друзья. Вот таким уходом солнца на сегодняшний вечер. Красивым, красивым. Уже буду отправляться домой. Уже все отошло, солнце. Солнце ушло, я уже буду отправляться домой. Вот, ну что, еще пока что не забыла. А, вот почему. Потому что я неправильно вам показываю. Вот так вот. Еще не все умею. А вам желаю всего самого доброго, самого хорошего и до новых встреч. Пусть сбываются ваши самые-самые смелые мечты. Желаю вам здоровья, красоты. Всего.
всего-всего-всего самого-самого светлого, красивого и лучшего. До новых встреч в красивых местах. Свидание, мое красивое море, морюшко, океан. До новых встреч. Всегда грустно уезжать с океана. Но одно хорошо, что я всего в часе езды. Могу приехать еще. Вот хотела вам показать маленький прудик такой. Здесь есть. Смотрите, дикие цветочки какие-то. Может, они дикие. А вот тут вот кувшинки. Такой прудик. Красивенький. Прудик и пальмы. Кувшинки. Очень такой живописный пруд здесь. Неплохо. Домик на пруду, а через дорогу океан. Лягушечки поют. Ну все, дорогие друзья, на этот раз уже точно буду прощаться. И желаю вам снова всего самого доброго, самого лучшего, самого светлого. Оставайтесь здоровыми. Еще учусь, как мне тут что делать. Океан не получается показать. Крепкого вам здоровья, радости, счастья, чтобы радость находилась в самых простых каких-то действиях, словах. Радуйте других своими прекрасными словами, поступками, улыбкой. Она у вас всегда есть. А я с вами не прощаюсь. Это значит, что мы еще встретимся очень скоро в наших новых путешествиях. До новых встреч!